сын знаменитого фигуриста Евгения Плющенко и телеведущей Яны Рудковской, Саша, копия своих родителей. Гном Гномыч, так мальчика называет мама, натуральный голубоглазый блондин со светлой кожей. Однако телеведущая все равно пытается понять, на кого ребенок похож больше. Светская львица попросила поклонников в Инстаграм помочь ей разобраться. Тарантино в опасности. Юзеры сосватали Собчак знаменитому режиссеру. Не могу понять, на кого больше похож наш Санечка. На меня, на Евгения или на Вовку из мультика, Вовка из 39-го царства? Спросила звезда. Инстаграм @Рудковская_official.